Саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 летка, сливы, 2 сорта этюд скороплодная, оценят по достоинству все ценители вкусных ароматных плодов. На одном дереве созревают сливы 2 видов. Сорт этюд приносит обильный урожай из красно-фиолетовых слив средней величины с сочной кисловато-сладкой мякотью с легко отделяемой косточкой. Скороплодная – сорт с ранними сроками созревания. Ее плоды отличаются желтой окраской с красным оттенком на кожице и очень хорошими вкусовыми качествами. Плоды этих сортов отлично подходят для приготовления заготовок, компотов, наливок, варенья и для заморозки. Слива обыкновенная, лекарственная этюд, скороплодное это дерево с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 1,5 см в сантиметров. Лист растения по форме овальный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая. У растений нет шипов. Слива обыкновенная, лекарственная этюд, скороплодная, имеет средне-ранний срок созревания. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что слива обыкновенная, лекарственная этюд, скороплодная, частично самоплодный, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.